Накануне празднования 150-летнего юбилея семьи Лиственниц депутаты городской думы присвоили звание «Почетный гражданин города Лабытнанги» пятерым жителям. До этого их было семеро, стало 12. Один из них – Владимир Мусевич Пастушенко, бессменный директор третьей школы, педагог, человек с массой наград, строгий, но уважаемый учениками и родителями. Предлагаем вашему вниманию репортаж о нем. Сначала развенчаем слухи, что Пастушенко уходит на покой. Я уже подумываю об этом, но вот когда это будет, в этом году или там в 2019 году, я пока еще не решил. Но говорит, что годы берут свое. Доживете до 65, поймете, что да, усталость очень быстро накапливается, а еще если совсем сильно устаешь, так еще и ночью спать плохо, не высыпаешься, оно как-то вот то так, то так, то так, то так. Поэтому уже хочется побольше, чтобы отпуск был, и побольше вот после работы отдыхать. Ну вот как вот отдохнешь, там до 5, там еще директорские дела мучают, а после 5 куча детей приходит к олимпиадам готовиться. Для меня это такое удовольствие заниматься с детьми, что трудно себе это сказать, поэтому ухожу отсюда где-то в 7, там в 8 часов. Конечно, это все потихонечку усталость накапливается, никуда не денешься. Владимир Пастушенко не только педагог и директор, еще и депутат двух дум, кандидат в мэры. Это да, это часть моей биографии. Я горжусь тем, что я был депутатом первого нашего городского совета, который вот тогда выбирался демократическим путем. И я тогда больше всех еще и голосов набрал на выборах. Кстати, вот когда вот был вот недавно депутатом городской думы, там я тоже больше всех голосов на выборах набрал. На выборах мэра за меня проголосовало, не помню, 26 или 27% населения, но при этом все уверяли, что выборы были нечестными, что на избирательных участках что-то нехорошее происходило. Но не уверен, я не могу об этом судить. Владимир Мусевич – учитель высшей квалификационной категории, один из лидеров Ямала по подготовке победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. За 15 лет на его счету 21 победитель и призер заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву и экономике. Награжден знаком отличия за заслуги перед Ямалом, за высокий профессионализм и существенный вклад в социально-экономическое развитие округа. Звание «Почетный гражданин города Лабытнанги» для него стоит в ряду самых значимых. На сегодняшний день оно стоит на третьем месте. Значит, это как бы признание жителей города. На первое место, естественно, ставлю звание заслуженного учителя Российской Федерации. Указ подписывал президент Путин. Значит, потому что это, так сказать, признание заслуг в учительском мире. На второе место я ставлю, значит, кавалер ордена почета. Этот указ подписывал президент уже Медведев. Значит, но это было как бы признание уже не только учительской общественности, но и городской, и окружной общественности. Этот орден мне вручал губернатор, поэтому это было все очень, конечно, приятно. Но и вот этот диплом, или как медаль за почетного гражданина города, значит, жутко приятно, потому что действительно отдал этому городу больше 40 лет, и это своего рода итог какой-то хороший, приятный очень.